В Северском районе появится госпиталь на 120 коек для больных коронавирусом. Его развернут в Афипской больнице на базе хирургического, терапевтического и анестезиолого-реанимационного отделений. Оказывать медицинскую помощь больным COVID-19 планируют жителям района и Краснодара. Согласно приказам Министерства здравоохранения, туда будут доставляться люди, которые находятся не тяжелые, не на ИВЛ, с процентом поражения легких не более 50%. Для чего это делается? На сегодняшний день пациенты Северского района с подтвержденными ковидом и все пневмонии отправляются в горячий ключ. Для нас это крайне сложное мероприятие, связанное с тем, что скорая медицинская помощь, которая отвозит пациента в госпиталь, выбывается из строя на 6 часов. А такое бывает и 2, и 3 скорой медицинской помощи. Это создает напряженную рабочую обстановку в тот день, когда это происходит, потому что люди, которые вызывают скорую медицинскую помощь, долго ждут. Деньги на оснащение госпиталя выделены из краевого бюджета. После открытия снизится нагрузка на машины скорой помощи, что позволит помогать больным COVID-19 намного быстрее. Первых пациентов госпиталь примет уже 23 сентября.